Здравствуйте, скорые покупательницы, бены для бритья и те, кто их уже ждал. С вами снова остановка Небритания, Артур и Тимур. Мы как не британцы не ждем этого. То есть. Да. Я думаю, что нам даже уже можно не представляться. Люди уже знают, как нас зовут. Знаю, по-моему, они до сих пор не понимают, где Артур, где Тимур, ты просто куда-то в воздух кричишь. Артур, да, Артур, Тимур. Артур и Тимур. Это, в принципе, не важно. Главное, что мы вместе, главное, что мы не британцы. Ну что ж, не разнес февральский ветер еще лепестки роз от 14 февраля, как уже бац, и новый праздник опять. Ты прям стихами заговорил. Сразу видно, что ты... Не могу я без них. Сразу видно, что ты поэт. Да. Причем какой. Сразу видно, что ты валентинки пишешь. Не, на самом деле, 23 февраля, друзья, скоро, то есть что значит скоро? Завтра уже, завтра 23 февраля. Завтра уже 23 февраля. И завтра это, ты наконец-то побреешься. Да, я наконец-то получу эту пену для бритья, которая с прошлого года у меня закончилась. Февральский день, ну прям меня тянет на поэзию, и вот хочется вот даже вот две строчки прям в голове у меня крутятся, не знаю, откуда они взялись. Пустите девушке слезу, у нас в гостях... Аслан. Клипзу! Встречаем! Встречайте! Здравствуй, Аслан. Очень рада тебя видеть. Очень-очень рада. Спасибо, что ты к нам приехал. Спасибо, что ты... А я единственное, что вот очень огорчен, что ты приехал к нам без своей гармошки. Ты знаешь, я вот стоял, слушал вас и думаю, напрашивайтесь на подарки, считайте, прикидывайте, кто бы что хотел. Я тут невольно задумался, так у меня же завтра день рождения, думаю. Опа! А чё бы? А чё, ты знаешь, сразу... я никогда в своей жизни не ждал подарков ни от кого. У тебя 23 февраля? Нет, у тебя 24-го. У меня 24-го. То есть послезавтра. Да. Послезавтра. Так что... Ты должен об этом не говорить и потом сказать, что это ваш подарок. Нет, я вообще-то решил заявить не нашим зрителям, а вам. О. Конечно. Я говорю, ребята, я извиняюсь. Не-не-не, сиди. Поэтому, ну, как бы я вообще никогда не жду подарков, особенно в день рождения. Особенно от вас. Вот. Но всегда всячески... Зря меня прервал, я за подарком шел. Да? Ну ничего, я воспользуюсь твоей наглостью и получу свои подарки. Правильно. Вот. Ну, любое внимание всегда это очень приятно. Так что... Кстати, Аслан, вот раз так получилось, что мы на перекрестке двух праздников, вот 14 февраля, как ты отметил? Ну, я скажу так, я когда... Гармошка, приезжаю в Братскую Республику, либо домой обратно, меня, когда гаишники останавливают, ну, на постах, это традиция, я не скажу, что злоупотребляют, я не думаю, но бывают моменты, спрашивают, откуда, куда, я говорю, с работы домой, я говорю, это как, ну, я говорю, специфика нашей работы, говорю, она пересекается с вашей. Вы, говорю, плотностью, полностью, говорю, работаете, говорю, в праздничные дни. То же самое. Да, я вот один раз так сказал, с работы домой и просидел 2 месяца в СИЗО. Меня неправильно почему-то... Все, не продолжай, да, не продолжай эту суровую историю. Аслан, на самом деле мы позвали тебя не случайно. Помимо того, что мы хотим с тобой как бы поговорить о тебе... Пригласили. Вот. Как бы интеллигентный человек сразу видит. Наша культура к культуре тянется. Я не знаю, что там происходит. Не, у нас здесь как бы СИЗО, ты же понимаешь, где я сижу. Он на грани. Разграничение. Он в рубашке не из-за того, что ему стыдно, у него там наколки. С работы домой написано. Да, большими буквами. Не, на самом деле, у нас есть несколько таких, как это говорится, рубрик, да, которые мы со всеми нашими гостями стараемся проводить. Есть одна рубрика, из них она более такая разогревающая, я бы сказал.
И называется она... Ну, это посвящение. Мы посвящаем сразу нашего гостя. Да, в таких же, студенты, как в гости. Не британцы. Не британцы. Ага. После нашей программы все перестают бриться. Именно вот благодаря нам Кончита Вурст победила в Евровидении, понимаешь? Она была просто посмотрела. Маленьким Асланом Маховым была она здесь. Не, на самом деле, у нас есть рубрика, она называется «Посвящение». Мы посвящаем наших гостей, таких же, как и мы, грубо говоря, не британцы. Сочувствую. Сочувствую, да. И чтобы ее пройти, тебе нужно отвечать очень быстро, не задумываясь на те вопросы, которые тебе задаются. Это опрометчиво, не думая отвечать. А ничего страшного. Как бы у нас вся передача так, это опрометчиво. Хуже вопросов, с свои ответы связался? Не будут. С кем я связался? Итак, наша легендарная рубрика «Свидетели ЕГЭ». Свидетели как ЕГЭ. Говорят в ЭДГ, let's go. Let's go. Да. Готов? Поехали. Назови корень слова фрикаделька. Фрик. С какой скоростью думает зяблик? С быстрой. У кого руки растут из не того места? У дилетанта. Когда суслик сопит? Ночью. Зачем выращивают жимолость? Потому что нужна. Куда летит птеродактиль? Направо. Просто. Как раньше назывался город Копенгаген? Я не жил там. Если на чешском самолет летадло, то как будет повидло? Без комментов. Дальше. Как поймать солнечного зайчика? Руками. Почему птицы не скользят на льду? А потому что они летают. Как напугать тараканов? Хлопками. Это завсегдатая на кухне у Атлана Лебзе. Так, все, пошли отсюда. Как выглядит синхрофазотрон? О, красивый, большой, массивный. Чем помочь рублю? Рублю долларом. Кого нужно отмутузить, чтобы Россия выиграла чемпионат Европы Артура. По футболу? Артура. Просто вот она где. Он не дождался. Не дождался сразу чемпионата России. Просто кого надо отмутузить, Артура? Самого слабого. Я тебя поздравляю. Ты такой ответил практически на все вопросы. Он только внешний. Он только внешний такой безобидный. На самом деле это еще пробовали. Сорванец. Он очень опасный. У нас вот поэтому у нас футбол. Он не договорил, пробовали, понравилось. Я же говорю, ну. Да. На самом деле, ты на все вопросы, фактически на все ответил. Если честно, то даже вот у тебя ответы были максимально. Ты как будто был на передаче «Что, где, когда» отвечал правильно. Аристократичные, интеллигентные такие ответы. Нет, хорошо ответил, на самом деле, спасибо тебе за то, что ты прям вот так вот нас как-то... А вы ожидали, что мои ответы будут такими же, как у предыдущих гостей? Ну а сейчас вот время самого безмятежного периода нашей программы. Мы хотели поговорить о тебе. Да. Говорите. Вот. Я послушаю. Что он за тип, я вам отвечаю. Вот твой... Давайте мы представим такую ситуацию. Вот как бы, что бы вы обсуждали после моего ухода отсюда? Я хочу со стороны так. На канал не пустим. Давай представим. Его, короче, нет. В смысле, я этот пиджак на рынке видел. Более того, я его купил. Ребят, я вас разочарую. О, появился! Откуда он взялся? Аслан, ты здесь? Да? Я вас разочарую. Тихо, он тут такая. Не, я тебе скажу так. Мы обсуждаем гостей в присутствии гостей. Вот это наша отличительная особенность. Мы не за спиной. Ну, если это не лезть... Да. Нет, это не лезть. Мы просто хотим тебе парочку вопросов задать. Вот никуда, как раз фраза, с которой я сезон... Мы будем никуда лезть, просто сейчас спросим у тебя, как начал свой путь. Вот твое творчество, на самом деле, очень богатый творческий путь у тебя. И даже вот очень приятно, что ты сегодня в нашей программе. Хотелось бы узнать, вот всегда я первый вопрос, который задаю, исток вот твоего творческого пути. Когда ты вот это все началось? Вот игра на гармошке, когда вот в первый раз ты взял в руки гармошку? Первый раз я взял в руки инструмент, и причем под давлением, как-то не по собственному желанию, да, под давлением родителей. Меня отдали в музыкальную школу, я должен развиваться,
ходи. А я, не, ну, я могу сказать большое спасибо твоим родителям за то, что они вот так вот поступили. Да. А, как зовут маму и папу? Если так? Отца зовут Нурдин Сагидович, а отца маму Асият Даудовна. Асият Даудовна, Нурдин Сагидович, большое вам спасибо за то, что в свое время вы подарили такой... нам вот такого человека, как Аслан Кибзу. Да, я тоже очень благодарен родителям, потому что... Да все неинтересно. Да нет уж, послушай. На самом деле, когда я заканчивал общеобразовательную школу, я как-то себе не представлял, куда мне идти дальше продолжать. Uh-huh. То есть, в какой вуз. Не было, да, мечты в детстве, там, космонавт? Там. Нет, у меня мечта музыкально формировалась. Но я особо настолько усердно музыкой в школе не занимался, как хотели родители. Я фионил. Я пропускал занятия, а потом, когда меня, ну, как бы... Опять же, такие истории повторяются, родители, как бы наставлением родителей меня... Короче, когда отмутузили парня. Да! Я же говорю, за гаражами. Я почему говорю, надо его отмутузить, чтобы он выиграл. Я тоже на гармошке начну играть. Вот. И я когда поступил уже в институт музыкальный, до Адыгейского государственного университета в Майкопе, тогда уже полноценный вкус я ощутил, и я 100% понял, чем я должен заниматься в этой жизни и как. Аслан, ну, разговор медленно переходит к тому, вот к самой интересной фразе нашего детства, я думаю. А пойдем-ка один на один. Пойдем. Причем он сейчас испугался, когда ты ему ответил. Я не ожидал, что ты согласишься вообще. Ты первый, который так сразу ответил. Ты должен ответить, если он будет, я тоже буду. Не, ну у меня как бы брат старше. Так я специально нахмурился, чтобы ты отказался. А вот это твоя корона, спортивки у бабушки. Кеды не взял. И, Аслан, вот сейчас рубрика один на один, и надо бы, чтобы ты вот... Кто тебе вот из нас троих больше всего не нравится, так скажем? Да я могу один на троих сразу. А, вот так вот. Это как бы только в кадре так все говорят. Тебе надо будет вот выбрать одного из нас, с которым ты вот... Одного тебе нужно выбрать, кого-то, неважно, кого тебе... А вы можете определиться, ну, пускай останется тот, кто больше в себе уверен. Я предлагаю самого большого против тебя оставить. Чё сразу я, блин? Ладно, так мы не второго. Мы сейчас не про нос. Ты знаешь, это интеллектуальная беседа будет. А, ну, вот это и вопрос. Смотря для кого. Да. Ну, я к чему спрашиваю? Потому что логически, если подумать, если он большой, значит, ума мало. Нет, ну... Вот, так что... Такой, нет, ну, как? Давай ум у меня. Я не глупый. Так умом не плещет. Я сейчас даже обрадовался, что у нас в гостях Валуева нет сейчас. Да, не услышу эту фразу. На самом деле не всегда так, если честно. Да. Николай. Ну, в этом случае так, давай. Тимур написал энциклопедию вот недавно выпустил. Прям вот так на книжке взял. На книжке было написано азбука, написал энциклопедия. Энциклопедия, что самое интересное написал. Да. Один на один с Асланом Плевзу. Аслан, расскажу правила. Мы кидаем эти кости. И какая цифра выпадет, тот стакан ты открываешь и употребляешь содержимое. Сразу говорю, побеждает тот, кому попадутся два. Там две съедобные вещи, две вкусные, которые остальные... в детстве. Остальные, ну смотри, мы по три попытки у нас будут. Ты знаешь, ты решил вовремя это сказать. Обычно на всяких съемках об этом предупреждают. А ты решил прямо меня перед фактом поставить. Ну давай, хорошо. Ну, у нас такая передача, как. Я надеюсь. Меня тоже перед фактом поставили, когда ведущим стал. Сказал, либо ты его, либо мы тебя, да? Либо паспорт у нас. Понятно. Наверное, ты начнешь, давай так, если, ну как гость, как мы гостеприимная передача. Ты мне скажи, мы должны вот это все опрокинуть, да, уже? Ну да, там свинины нет, не переживай. А, да? Я думаю, это не самое страшное, что может быть. Побеждает тот, я повторюсь, кому выпадут два киндер-сюрприза, в прямом смысле. А если один? Нет, в одном стакане один, то есть в любом случае кому-то из нас два попадутся. А. Хорошо. Мы гостеприимная передача. Да я уже всегда понял. Так обманываю. Давай, начинай. Я тут подумал, почему не два стакана, а шесть? Ладно. Цифра 6. Заговорил ты себя. Ну давай посмотрим, что там. Да что, мне надо посмотреть. Ну, в любом случае, ты без этого можешь показать нашим зрителям. Это какая-то подстава. Это я счастливчик? Это ты счастливчик, потому что, скорее всего, мне так не повезет. А, все? Это что, я ухожу? Нет. Тебе попался первый киндер, тебе осталось собрать всего один. Да, я кидаю. Я не знаю, что мне попадется. 3. Барабанная дробь. А, мы же уволили, да, барабанщика?
Значит, о-о-о, вот это повезло. Ну, давай, наш. Договоримся, да? Да, договоримся. Это не Адыгея, как бы. Мы уже закроем тему. 1-1, ну, мы с тобой везучие люди, судя по всему, давай. 5. Ну, я не умею на барабане играть. И я поздравляю тебя! Ты сегодня... Это я должен съесть? Ешь. Ну, мы и киндеры тоже должны были съесть, но потом непонятно будет, сколько у нас их всего. Киндеры потом, а сейчас лимон. Он мытый, наверное. Да? А баба Люба говорит, да. Хорошо, хоть посидим. Баба Люба, вы же у нас не работаете. Я должен его весь съесть. Ну, я думаю, как настоящий мужчина, именно на понт так у нас берут на передаче. Ну, ты знаешь, я скептически отношусь к подобным понтам, так что... А, ну, давайте посмотрим, как Аслан... Знаешь, что не хватает? Сахара. Чуть-чуть. Да. Я каждый день ем также лимоны. Ничего страшного, потом сам будешь брать. У нас так при... У нас вообще очень гостеприимно все. На самом деле сейчас вы видите моменты. Недовольное лицо Слана. Он такое же лицо, но когда он получает маленькие гонорары за корпоративы. Мы не уточняли. Я с кожурой должен есть. А как бы ты сам начал есть кожуру? И что? Ты молодец. Я могу отказаться, да? Ты можешь есть внутренность, как бы. Ну, если ты считаешь, что кожура это полезно, а как говорил Андрей Малахов, а нет, точнее другой, Геннадий Малахов. Это... Он много чего говорил. Да. Он так и говорит, Аслан, ешь кожуру. Это очень волнительный момент. Кстати, у него лицо ни разу не скривилось. Скорее всего, суровый человек. Просто человек превыше. Порвал гармошку глаза. Каждое утро есть лимон. Да. Я подготовленный пришел. Моя очередь. Давай. Хоть бы я выиграл просто, да? И все, ничего бы не употреблял. 4. Цифра 4. А как ты думаешь, что там? Ну, просто ради фантазии. Это чеснок! Ой, это круто! Да, на самом деле это очень полезно. Ну да, как мне ранее говорили, давай, понтуйся. А тебе так говорили, когда ты чеснок ел? Ну ты мне говорил. В детском садике ему так говорили? Давай. Друзья, на самом деле... Походу сегодня на тебя не распространяется, да? Сегодня я не буду болеть. Все девушки... Которым я назначил свидание. Сегодня отказались от тебя. Извините, во все виноват Аслан. Мама, я не буду болеть, шапку не обязательно одевать. Ты уверен, что ты до конца передачи доживешь? О! Да ты мужчина! Спасибо. Как мой отец сказал. В отличие, слышишь? Когда в роддоме меня увидел, когда я родился. Я так хочу сказать. Капец, как от него несет. Меня не пустят на фильм «Сумерки», новую часть теперь. Спасибо тебе. Давай теперь ты. 1. Это цифра 1. Ну, чеснок же не должен повториться. Я хотел бы всей душой, чтобы это был чеснок. Соль! Вы что, собака? Героин. Кофе? А кипяточка не найдется, ребят? Хлеба тоже не было с чесноком, так что... Можно мне водички? Потом. Потом? Сам выпью еще. Ну, это очень вредно. Чеснок. Его так и не проглотишь. Самое грустное. Ну, буду, билет. Знаешь, но буду все списывать на то, что по дороге не было кофе, где выпить. В Черкесской тоже. Давай, хоть какое-то... Кстати, я выиграл. По моему лицу видно. Я счастлив. Тебя воротит от этого, я вижу. Меня воротит от этой картины, ты ешь кофе в сухую. Это новая реклама кофе, которая не растворяется. Нерастворимый кофе от Аслана Тлебзу. Аслан, я хочу порадовать тебя тем, что я победил. Я искренне рад за тебя. Сегодня я съем 2 киндера, в отличие от тебя. Ну, что я ребеночку подарю какому-нибудь по дороге. Да? Кстати, хорошая идея, мне 5 лет, давай.
Ну, а я не рассказал тебе самое главное, а расскажу я тебе об этом, когда вернутся наши друзья в студию. Ну что ж, друзья, поздравьте меня, я не ел кофе! А кто выиграл? Я просто чуть-чуть не заметил. Несмотря на мой грустный вид. Дружба. Ну, дружба, чё? Ну, конечно. Тут бы тебе выгодно было, но не дружба. Выиграл я, а значит, проиграл ты. Все логично. А что делает тот, кто проиграл? А, мы не рассказали тебе. Тот, кто проиграл, совершает следующие действия. Короче, я предлагаю свою ситуацию. Так, чтобы... Клипзум звонит в турагентство, заказывает путевку Магомеду Дзыбову. Вот так. Чтобы чтобы максимально интересно. Чтобы было еще интереснее, какую-нибудь такую путевку, знаешь, не шик. А что-нибудь в какую-нибудь необычную страну. Я знаю, что Магомед Зыбов тебе как он не друг. В Кению. То есть вот максимально некомфортные условия. Слушай, а ваши туроператоры, у них есть? У нас нет туроператоров. А у вас кто есть? Мы надеемся, что у нас они сейчас появятся. Благодаря тебе. Нет, мы сейчас наберем любой номер, который мы нашли в интернете, турагентство, да? А ну, какое это? Турагентство куда? Города Черкесска? Турагентство, да, нашего города. Ну, мы я не будем... говорю, а у них есть так, туры в Кению? Я думаю, если ты с ними поговоришь сейчас, они... Туры в Кению. Слушай. Алло. Добрый день. Добрый. Это турагентство? Да. Скажите, пожалуйста, а на март месяц есть у вас путевки в Кению? Ух, как вы далеко собрали. Ну, дело в том, что вы знаете, не я собрался, а друг мой собрался. Я хотел бы подарок сделать ему. Так, смотрите, то есть друг хочет один поехать или он все же вдвоем будет? Не-не-не, он один. Как говорится, это подарок будет другу. Ну, вот поэтому мы будем его там ждать. Мы хотим, чтобы он сам потом прилетел. Я бы хотел бы, знаете что, как бы подобрать для него отель с самыми худшими условиями. Мы потом будем его забирать. Да, что можно предложить? Ни три звезды, ни две там вообще. Ну, смотрите, где по минимум сервиса будет? Ну, смотрите, это мы тогда будем делать все отдельно. То есть, один на билет не искать, чтобы он, главное, туда добрался. Главное, вы мои условия примите там. Мои пожелания к его условиям. Вот, вот это правильно вы сказали. Я, честно, люблю вот эти вот приколы, шутки над друзьями, когда у них день рождения, я всегда так делаю. Я думаю, после таких у вас приколов, наверное, друзей не осталось. Да нет, очень даже самые лучшие остались, самые крепкие. Да, вы понимаете, просто дело в том, что... это немалоизвестно наш Магомед Зыбов, певец. Вот. У нас есть категория друзей, которые любители пошутить друг над другом. Он бросил. Магомед Зыбов? Нет, кто такой? Он бросил, опять он! Он на нем почему-то бросил телефон. Он понял, что это наша передача. На самом деле, мне вот... Самая популярная турфирма. Да, такая турфирма, которая... А, вы хотите над кем-то подшутить? Давайте. У нас все путевки такие. До этого мы говорили, что это инклюзив. Слышишь? А теперь это оказывается в тему. Наконец-то мы нашли своих клиентов. Слышишь, он такой еще говорит, а может его куда-нибудь еще подальше? Да, такой добрый. Вообще турагентство прям, я не знаю, вот, ну, как называется это турагентство, но... Турагентство куда подальше. Да, и хотелось вот закончить финальной песней по традиции, и я позволю себе немного откорректировать текст песни «Хасбулат удалой». В принципе, она всем знакома. Он уже столько себе позволяет, этот человек. Да, и мы вместе, я знаю, что ты петь особо не любишь, или любишь? Нет, я не люблю. Да, но мы все вместе. Потому что я не умею петь. Сегодня вот... Наконец-то у нас в студии появился человек. Давай мы тебе даже руку пожмем.
Потому что мы все ты здесь не жми, мы все такие. Вы еще поете как бы как-то в кадре. Не, на самом деле здесь никто не поет. Здесь мы все вот такие же, как и ты. Но формат передачи обязывает нам это делать. Поэтому я думаю, ты первый, кто нас в этом смысле поддержит. Также не будет петь. Еще знаешь, как я тебе вспомнил? У меня вот голос появляется именно в смеситель. В микрофоне я не могу петь, но вот именно смеситель у меня. А в этот еще очень хорошо. А еще очень хорошо пульт от телевизора. Пульт от телевизора. Вообще прям такой. Да, есть еще баллончики из-под дезодоранта, да? Я сейчас возьму нашего члена команды. Черный друг, наш черный бро. Наш черный брат. Черный Розенбаум. Подожди, и что будет? И вот песня «Хасбулат удало», то, что текст поменяли. О чем он будет? Какой-то негодяй украл у тебя кормошку. Собственно говоря, поэтому ты сегодня без нее, судя по всему. Да, это на самом деле так, но это уже потом узнаешь. И вот мы начинаем первую часть, мы поем с Тимуром. А я не пою. Там, где уже твой ответ, вы уже поете с Артуром. Я постараюсь тебе помочь. Подожди, я это должен снять. Я хоть что-то утешительное должен снять для магии. От вас это я должен забрать сегодня. Что ты должен снять? Что-то от вас забрать. Да. Поехали. Все, песня. Начинаем с Тимуром. Не-не-не, ты начинаешь. Песня украденной гармошки Аслана Тлебзу. Прости нас, Надежда Бабкина. О, Аслан удалой, где гармошка твоя? Ты своею игрой обвиняешь меня. Кто посмел ее взять? И скрываясь ночи под чинара играть, веселясь от души. Зря рассказ длинный свой ты сейчас гонишь мне, и гармошку домой мне вернули уже. Ты слова береги, детективы пришли, отпечатки твои, а на гармошке нашли. Эва! Ты слова береги. Оп-па! Детективы пришли, отпечатки твои, а на гармошке нашли. Эва! У нас в гостях Аслан Тлебзу! Берегите свои гармошки, друзья.